Уже 3 недели Надежда Бабкина находится в отделении кардиореанимации одной из столичных клиник. Певицу лечат от двухсторонней пневмонии, вызванной коронавирусом. Недавно звезду отключили от АЛФ, что медики считают большой победой. Однако о выписке речи пока не идет. Врачи одного из московских медицинских центров делают все возможное, чтобы скорее поставить Надежду Бабкину на ноги. С 1 апреля она находится в отделении кардиореанимации. Многочисленные электронные приборы досконально следят за состоянием пациентки. Почти неделю артистка провела без сознания, ее подключали к аппарату искусственной вентиляции легких и водили в медикаментозную кому. Все было бы гораздо проще, если бы Надежда Георгиевна вовремя обратилась к медикам, но артистка длительный период пыталась лечиться дома. В результате была госпитализирована сразу в очень тяжелом состоянии, с признаками дыхательной недостаточности. А вскоре был поставлен диагноз – двухсторонняя пневмония, вызванная коронавирусом. Стархиту удалось выяснить, как себя чувствует звезда на данный момент. Сейчас у Надежды Георгиевны несколько заторможенный уровень сознания, общается она вяло, жестами, знаками, плюс имеет место депрессия, связанная с длительным пребыванием в стационаре, рассказали Стархиту в медучреждении. О выписке пока нет и речи, но то, что в 70 лет при таком тотальном поражении легких ее сняли с трубы, отключили от АЛФ, уже большая победа. Звездные пациентки продолжают проводить противовирусную и антибактериальную терапию, которую несколько раз меняли. Кроме того, у врачей вызывала опасения тахиаритмия, поэтому они внимательно следят за показаниями сердца Бабкиной. Сейчас народная артистка дышит уже сама, через специальную трубку, вставленную в шею, питается по-прежнему через зонд. В шее трубка, поражено больше половины легких, комментарий о состоянии Надежды Бабкиной из больницы. Площадь поражения легких уменьшается очень медленно. Однако доктора зафиксировали минимальную положительную динамику. Температура у Надежды Георгиевны тоже хорошая, в пределах 36-37 градусов. Все команды медработников она выполняет. Близкие, коллеги и многочисленные поклонники молятся за певицу, рассчитывая на ее скорейшее выздоровление.